Всем доброе утро, друзья. Да, Форика я перевернул. Вчера его выгонял. Красил жабошку. Клиент попросил в черный матовый покрасить. Да, вот эти вот царапины, это я ничего не убирал. Я ее просто помыл скотч-брайтиком. Нанес сюда универсальный адгезионный грунт. Каракль 207. И покрасил в черный матовый. Все, чтобы с дворниками одинаково смотрелось. Также сюда еще эти ушки. Вот эти ушки покрасил. И что еще? А, и уже на сушилке лежит внутренняя часть ручки. Да-да-да, это у меня сушка. Да, тут тоже мусорок. Под полирну поставим ручку. Сапожок перекрасил. Вот он здесь, на другой сушилке. Бам. И еще на спойлере. В общем, красил пластик, когда в полном кумаре. Очень много косячков, очень много потеков. В общем, вот здесь вот вообще был не прокрас такой. Ну, вот так вот переходиком вот эту вот зону подкрасил. Это у нас становится крыша вот так. То есть это практически невидимая часть. Ну, все тут. Тут в ребро сразу расклеил скотч на подворот, который был. Подполирую. Ставим спойлер. Собираем дверку. Да, вчера стекольщики приезжали. Вклеили стекла. Вот этот молдинг у нас новый. Не оригинальный. Китай. Flexline, по-моему. Ну, такой хороший по размеру уже сделанный. 2400 он где-то стоит. Стеклышко такое же, как стояло. С подогревом зоны дворников. С полосочки. Собачника тоже. Ставили, да, я уже накладочки эти поставил. Ну и что мне остается по машинке? Дособирать и полирнуть капот. Специально я ее загнал мордой. Здесь больше света. Будем полировать капот. Ну, я не знаю, здесь, наверное, показывать нечего. Мусор вы видели. Ездил за клипсами. За рамками. Новые рамки. Клипсы на стойку лобового стекла. Вот такие вот. Все. Все в оригинале. Куча вот таких пакетиков клиент привез. Уже много поставил новых клипс. Все новое, оригинальное. Ну вот это уже лишнее осталось. Все это положим ему. Еще пригодится. Вот еще. Даже болтики были оригинальные. Все, все шикарно. Все, кофе пью, буду собирать. Чуть-чуть мусоринок на капот нападало. Вот такая вот картина. Че, часика 3, наверное, потрачу на полировку капота. Может, где-то еще пропустил какие-то мусоринки. Вот так вот укутал машину. А то ну его нафиг сейчас от трезака будет лететь. Вся эта пена, потом все это протирать. Вот так вокруг укутал. Ну все, и буду юлозить капот. Когда закончу, покажу. Так, друзья, капотик у нас леденечек. Сразу покажу, а то через 2 минуты он будет весь уже в пыли. Вот так вот он выглядит. Все, горит. Что-то Форик не хочет уезжать. Осталось вот эту вот штуку поставить на этот, на бампер на задний. Начал сдирать двухсторонний скотч этим кругом резиновым на дрели. В итоге металл перегревается. Здесь желтеет. Здесь пожелтел. Не знаю, что это. Это нержавейка, наверное. Или все-таки алюмишка. Ну, короче, сейчас вот так вот упер его в стену. И вот так вот зубилом все это сдираю. Поливаю БР-очкой, чтобы маленько раскисало. Все, и так надо будет весь этот скотч убрать. Ох, и замучила меня эта накладка. В общем, здесь была такая штука. Сейчас покажу. Здесь валяется остатки от нее. Вот такая вот. Такой молдинг, одетый пластиковый по контуру. Но поскольку бампер был там коцнутый, он был поломанный, полопанный. Я его снял, купил вот такой вот универсальный китайский
молдинг. Все с двухсторонним скотчем, как надо. Начал его клеить. Короче, двухсторонний скотч, вот он. Где он? Он уже весь пересохший, он вообще никак не липнет. Пришлось новый скотч наклеивать, прилеплять ее. Она пластиковая. Уголки тут топорщится маленько. Даже не знаю, подрезать не хотелось бы, а то потом еще это разлезется. Греть пробовал, что-то не получается. Сейчас, может, еще погрею. Здесь вроде более-менее уголки завернулись. Тоже маленько торчит. Ну, вот так вот в общем плане она выглядит. Здесь маленечко неровно. Было бы с родным скотчем, наклеил бы ровнее, конечно. Вот здесь вот уголок топорщится. Вот они, вот они. Из таких вот мелочей складывается конечный результат. Что? Делаю, сейчас ставлю. Потом еще надо все-все протереть. Все стекла протереть. И все, наверное. Утро следующего дня. На улице снег идет. Давайте, наверное, маленько еще в гараже потрындим. Все, проект длительностью в 2,5 месяца закончен. Напомню, что мы делали. Меняли задние крылья с арками, со стаканами. Все по отдельности. Все вот до сюда. Отсюда меняли пороги. Пороги меняли до пола. С усилителями совсем. Вот эта внутренняя часть порога тоже менялась до самого пола. Менялась где-то здесь или чуть выше по стойкам. Так все выглядит. Вот это тоже все-все. Все эти части менялись. Уже собранный салон. Менялась вместе со стаканом до пола, до лонжеронов. Лонжероны не трогали. Также была заменена крыша. Ну, именно полотно крыши. И, конечно же, полная покраска. Все двери с двух сторон. Единственное, что не красилось с двух сторон, это капот. Салон тоже весь красился. То есть полы, где крыша приваривалась, крыша снутри красилась. Все это красилось. Арочки обработаны герметиком полиуретановым. Вот так вот выглядят обработанные арочки. Ну и также стык порога с полом. Тоже все вот это обработано. Конечно же, после покраски, после всех этих сварочных работ, были обработаны все внутренние полости растопом и новолом 640-м. С промежуточной сушкой сутки. Ну, чуть меньше. Оптика. Влак. Вся. Фары. Туманки. Фонарики. Все. Все это в лаке. Также покрашены все пластики, все заглушки рейлингов, спойлер, ручки с полным разбором. Все молдинги, все это отдельно красилось. Зеркала. Покрашена жабошка. Покрашены поводки дворников. Все выглядит как новое. Заменено лобовое стекло. Молдинг лобового стекла. Решетка красилась. Не знаю даже, если честно, что еще рассказывать. Столько уже роликов было отснято по этой машинке. Давайте сейчас на улице покажу всю красоту.
dance hall is not illusion. That's my constitution, my people, no confusion. Smile every time, no reason to cry. Come on, fuck Babylon, come on, my people, have fun. I like my people. Nightlife after midnight, I'm on fucking around. Can't stop till the sunrise, I'm on feeling alright. Sometime we have no cash, sometime have no hash hash. We gonna fuck Babylon, come on my people, have fun. I like my people. Ну вот, друзья, вот ради чего были эти 2,5 месяца трудов. Ради того, чтобы посмотреть на него сегодня и кайфануть по итогу. Красавчик. Да, конечно, что-то по времени задержался я с этим проектом. Но качественно быстро не бывает. В таких делах я считаю, что не стоит торопить мастера. На улице солнышка нету, к сожалению. Не увидим мы, как переливаются золотистые блестки в краске. Перламутр или ксералик, что там намешано. Вот эту площадочку поставил, с которой вчера мучился. Ну да, здесь маленько кривовато резиночка, но лучше, чем без нее. Без нее, я так думаю, что углами бы натерла краску. Лесник полностью в стоке. Все как и было изначально, когда он выехал с завода. Эти накладочки в цвет, в оригинальный, какой он был. Все вот эти вот обвесики, я так полагаю, что это тоже с завода стояли на этой комплектации. Ничего, абсолютно ничего лишнего. Все как и было. Ну, в общем и целом, выглядит очень и очень симпатично. Ну что, друзья, будем прощаться с этим красавчиком. На улице у нас прохладненько. Наверное, у меня уже лицо красное. Уже полчаса хожу тут, снимаю для вас. Пускай лесник дальше радует своего хозяина. Не знаю даже, столько всего хотел сказать. Ведь 2,5 месяца, всю зиму я здесь с ним жил, в этом гараже. Каждый день приходил к нему. И что-то... Да, начал он меня уставать в последнее время. Тяжело такие проекты делать, конечно. Но сейчас я на него смотрю, и у меня только растягивается улыбка на лице. Я уже не чувствую усталости от работы с ним. Он мне уже не надоел. Я уже просто кайфую, как он выглядит сейчас. Красавчик. Всем привет. В первую очередь хочу выразить благодарность родителям Ивану. Они воспитали хорошего человека и отличного рабочего. Хочу поблагодарить Ивана за выполненную качественную, отличную работу. И то, что там какой-то косяк был с потолком, это не косяк, это всего лишь недочет, маленький недочет,
организации рабочего места. Вот и все. И огромной благодарности вам. У меня все. Спасибо. Спасибо, друзья, всем, кто следил за проектом с самого начала. Спасибо тем, кто подключился во время проекта и пересмотрел предыдущие части. Огромное спасибо, друзья, всем, кто поддерживал меня комментариями. Я уже прям просто всех знаю наизусть. Я знаю, кто мне напишет комментарий, кто не напишет. Знаю даже, кто напишет комментарий, что я допустил какую-то ошибку. Ладно, мы уже с вами, можно сказать, знакомы, хотя в лицо ни разу никого не видел. Спасибо вам, друзья. Следите за каналом. Будут интересные работы. Таких проектов пока не будет. Вот до лета, по крайней мере. Хотя не знаю. Ладно, загадывать не будем. Все, друзья, Форик, как вы видели, уехал. Да, у нас Мазда, но это в следующем ролике. Честно скажу, настолько щедрых клиентов у меня, по-моему, еще не было никогда. Не в плане того, что я там большую сумму зарядил и все это оплатили. Нет. Все как положено, за работу сколько озвучено, столько оплачено. В принципе, прибавилось у нас только замена крыши по ценникам и все. А как при осмотре оговаривали, та же цена и вышла. Но столько подарков, я не знаю. По-моему, это перебор. Огромное Николаю спасибо, прям от всей души. Да, давайте покажу. Помните, подарил Николай мне вот этот гайковерт, битоверт на Новый год. Очень он помог, ускорил работу, до сих пор работает. Кстати, классная вещь, батарейки надолго хватает, 2 раза всего заряжал. И сегодня мне подарили еще вот что. Я вот даже не знаю. Я пытался покупать стабилизатор с Китая, но там настолько он плохо работал, что еще сильнее вся картинка тряслась, чем я просто в руке телефон держу. Вот подарили мне вот такой стабилизатор. Теперь будет картинка вся четкая. Вот таких вот ресений не будет. Огромное спасибо. Прям у меня слов нету. Все, надо будет разбираться. Там надо будет приложение скачать, что-то как-то. Блин, все. Да, качество картинки не изменится, но хотя бы тряски не будет. Большое спасибо. И еще подарили мне спасибо. Если честно, я не смотрел, что там. Это помимо оплаты за работу. Не смотрел, что там, и вам не покажу. Ну все, друзья. Форик уехал. А мы встретимся с вами на Мазде. Всем пока.